Здоровые дети – здоровая нация. В рамках проекта «Легенды спорта детям» прошла акция ГТО со звездой. Организатором выступил Общероссийский народный фронт. Мероприятие проходило в детском лечебно-реабилитационном центре «Томиск». В списке приглашенных звезд – олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Хасан Бароев и 20-кратная чемпионка мира по армрестлингу Ирина Макеева. Именитые спортсмены провели для участников мастер-классы по ГТО. На личном примере показали ребятам, как нужно правильно отжиматься, подтягиваться, прыгать в длину и многое другое. Организаторы планируют сделать эту акцию традиционной. Дети как можно на ранней стадии возраста начинали понимать, что заниматься спортом – это есть хорошо. И вести здоровый образ жизни – это тоже есть хорошо. А в дальнейшем, если каждый подросток, который вырастет в ближайшем времени, будет делать выбор заниматься тем или иным видом спорта и пойдет по этому пути, я думаю, что это будет наша общая победа. И такие мероприятия, в принципе, мы стараемся проводить на сегодняшний день по республике как можно чаще. Сегодня очень много детей находится в лагерях, и мы стараемся их посещать и делиться этими замечательными впечатлениями.